Творчество. Там каждый день на фестивале проходит такой фестиваль «Солнечный зайчик» в Запорожье. И там каждый год показывают творчество нового барда, концерты посвящают кому-то. Ну и было ознакомление с частью творчества новеллы Матвеева. Я там с ней познакомилась, мне понравилось. Скажи, пожалуйста, ожидаешь встретить здесь кумиров каких-то, которые тебе нравятся, вот как исполнители есть? Ну, я уже встретилась с некоторыми, ну, почти уже все приехали, я уже встретилась с многими из моих кумиров. С кем? С Валерием Сергеевым, с Владимиром Котенко, с Николаем Чернявским. Расскажи, твои какие успехи вот в сфере бардовской песни? Ну, я вот... Песни, ну, не пишу, я именно исполнитель бардовской песни. Просто мы находим с мамой песни, учим их, ходим ездим на разные фестивали, чтобы развиваться. Ты участвовала в каком-то очень известном украинском шоу. В каком? Расскажи, как вот тебе была атмосфера? Я участвовала в шоу «Голос дети». Ну, в этом шоу атмосфера, как вы сказали, действительно очень хорошая. Там мы с ребятами, которые были в команде «Монатика» вместе со мной, я попала в команду «Монатика», мы все очень дружились и до сих пор общаемся. А прижилась там бардовская песня или нет? Ну, в смысле прижилась. Там никаких вопросов, там претензий, что бардовская песня не было. Наоборот, просто интересно было, что это новый жанр. Спасибо.